Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с вот этим вот Евгением мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга, только благодаря вам мы снимаем этот троллинг. Да, это правда, поэтому, ребята, ставьте много лайков прямо сейчас на вот этот видос, если хотите продолжение троллинга. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия троллинга. Поэтому, погнали, Жиндос, давай. Все, до свидания, Давай, мы больше не увидимся. В общем, ребята, в этой серии у меня карта... Точнее, мой троллинг будет завязан на стиле игры MMORPG, то есть Вовка и вот эта подобная вся система. Не знаю, почему система. Ну да ладно, почему? Потому что Жека недавно подсел на одну очень старую русскую MMORPG, которая называется Алоды. И как вы знаете, люди, которые играют в MMORPG, я в том числе играл в них очень давно, они, ну, очень зависимы, очень много времени тратят на раскачку перса и многое другое. Короче, ребята, знаете что? Жека в этой серии будет убивать боссов, добывать оружие, шмотки, апгрейдить, выполнять квесты и многое другое. Тут вот, в принципе, вот вся моя карта. Короче, ребята, вы все поймете. Поэтому, ребята, давайте мы сначала пойдем к Жиндосу, пройдем его троллинг и потом сразу вернемся сюда домой и устроим ему MMORPG с квестами, да? Поэтому, ребята, погнали. Ну что, Эдисон, ты... Конечно, я готов, Жиндос, давай, пошли. Эдисон, слушай, подожди, перед этим я хочу тебе дать, ну, хотя бы вот такой вот меч, держи. Значит, буду драться, да? Да, ты будешь драться, Эдисон, сегодня ты у нас будешь драться. Короче, Эдисон, заходи, не буду ничего говорить, как бы блоки поломать не можешь. Блоки ломать не можешь, оставить можешь. Заходи, располагайся. Это твоя квартира, как бы вот тут есть твой комп. Смотри, да, новые технологии до чего дошли, смотри, я могу крутиться. Так, алло. Ку-ку, откройте дверь. Алло, кто там? Это ваш хорошенький дружок, который вас очень сильно любит. У меня нету друзей в Португалии. Уйдите. Это ваш домик, который находится не в Португалии, а на карте троллинга. Не тупите, пожалуйста. Ну ладно. Откройте дверь. Открывай. Оп! Здравствуйте! Какие здравствуйте? Это Ибрагим, ты что, его Ибрагим не узнал? Нет у меня таких друзей. Мне кажется, его все-таки это... Убить надо, да? Эдисон. А, он сейчас рейс. Он сейчас рейс. Эдисон, что ты наделал? Да не, ничего я не наделал, Жека, ничего я не наделал. Эдисон, ты понимаешь, что ты только что сделал? Ты понимаешь, что ты наделал вообще? Ну, ты... Вот смотри, он мертвый валяется, он без... Я понимаю, да, и что делать? Ты... Что ты наделал, Эдисон? Ну, убил, блин! Ну... Убил ты Ибрагима, ты понимаешь, он тебя любил, а ты его убил. Нет, Эдисон, так не пойдет. Ты за это... Отправишь в ад! Эдисон, ты будешь гнить в аду! Ты за вас сошел? Эдисон, ты да за что я Ибрагима убил? Ты уже миллион... Ты убил Ибрагима, Эдисон. Жека, ты Стефана уже раз 300 убивал, поэтому это не считается. Так, сейчас идем что-то не обо мне. Ты будешь гнить в аду до конца своих дней, если, конечно, не захочешь отсюда выбраться. Я хочу выбраться. Ну, ты можешь, конечно, попытаться. У тебя ничего там ничего не получится, как бы. Ты грешник, Эдисон. Ты будешь В смысле? Опа-на! Ладно, так уж и быть, нашел все-таки, нашел рычаг. Все, до свидания. Ты отсюда не выберешься, не переживай. О, тупик, да? Тупичок. Эх, ничего тут нет, Эдисон, ничего. Тупичок. Жека, ну выпусти. Может сюда? А, нет, не сюда, Эдисон. Нужно ТП. Слушай, да, ну ты не переживай, ты воду будешь много гнить, как бы. Да не, я еще выберусь. Не выберешься. Да выпусти меня нахрен! Сам выходи! Ты в аду, ты понимаешь, тут тебя не будет никуда. Ну ты же со мной, поэтому ты тоже в аду, знаешь, ты тоже грешен, Жека. Да я просто дух, я летаю тут, не переживай. Короче, это тут перепрыгнуть нельзя, как я понял, хорошо. Это как бы ад. Это ад, ищи как бы скрытые проходы. Какие скрытые проходы? Ищи. Ага. Опа, скрытый проход. Ага. Ну-ка. Хорошо. Так, мне тут что-то будет сейчас странное, да, или нет? Возможно, Эдисон. Я не знаю, я как бы вообще... Опа! А, дух Ибрагима! Душа Ибрагима! Всё. Ещё одна! Ищи, да, паскуда. Так. Ну ты ищи выходы, ищи. На, паскуда. А, ещё тоже. Сколько этих Ибрагимов тут, а? Эдисон, как бы в аду Ибрагим будет тебя преследовать вечно. И что ты такое нашел? Эдисон. Так. Знаешь, куда ты попал, Эдисон? Куда я попал?
Чистилище. Ты не знаешь, куда ты попал. Ты не попал ни в чистилище, Эдисон. Ты попал в мой дом. А, ну, Шатон Присток, это ты Шатон Присток. А ну отдай, что взял из сундука, говно. Я тут самый главный демон, ну отдай. Вот надо тебе было в ад меня затаскивать. Вот проблемы на свою задницу нашел. И что ты сделаешь, я уже в аду, что ты сделаешь? Врай меня отправишь. Ты останешься здесь навсегда. Ну хорошо. Не-не-не, вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Так, то есть ты смеешь меня вообще дерзить, да? Нет, я говорю, вытащи. Ты смеешь меня дерзить? В бой, мои миньоны, в бой! Зачем я тебе это давал вообще? Так, все. Ну что, Эдисон? Шаду Присток, простите меня, Шаду Присток. Ты... Я не Шаду Присток, я вообще самый главный демон в этом мире. Я сатана. Так, ты, Эдисон, ты лох. Сам ты лох, сатана. Вот так вот, да? Да! Нехорошо обзывать сатану. Лох ты сатана вообще! Понятно. На твою тама. На сатана, что же вы такие злые, а? Сатана, вы... Злые, мы злые, да. Ты чё, юмор не понимаешь, лохопут? Там все успокоится. Не, Эдисон, в аду умереть нельзя. Короче. Ой, трупаков, конечно. Ты натворил очень и очень много плохого за свою жизнь. Ну, что дальше? То, что я убил Ибраги, мне кажется, даже хороший поступок, ну да ладно. Ага, значит, для тебя это хорошее, а ну в бой, миньон. Да ты заколебал, ну продолжай ты уже свою речь, а? Ну, все, я слушаю. Ты должен раскаяться за все свои грехи. Ты совершил очень много всего плохого, я даже не буду перечислять. Ты убил бедных моих миньонов, смотря трупы. Они демоны, какие бедные! Опять грешишь. Вот самое главное, ты убил человека, который тебя любит, а это карается адом. Так вот, Эдисон, у тебя есть, по-моему, только один выход, и ты его знаешь, как бы ты можешь попробовать меня уговорить. Возможно, я даже тебя прощу и выпущу отсюда. Я не знаю, что делать, ну честно. Мне, конечно, жалко Ибрагима, но он лох. Ну понимаешь, лох, я его никогда не любил. Но... Понятно. Да не! Уроки прошли зря, но не так, хорошо. Так, все. Ладно. Попытка номер два. Сатана, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Воскресите моего любимого, вашего любимого Ибрагима. Ну, любимого вашего... Нет, подождите. Он же... Нет. Он же... Кто там, брат вашего мужа, да? Вашего любимого Степанчика, да? Ты с ним разговариваете, я вообще сатана, я не знаю никаких Степанчиков. Ну да, сатана, я конечно... Ты понимаешь, что Ибрагима уже не вернуть, ты его как убил. Не вернуть? Ты его убил. Вы же сатана, вы всемогущий. Он останется у нас в памяти навечно. Ты его убил, Эдисон, ты его больше никогда не будет, понимаешь? Да не, ну пожалуйста, ну что мне сделать, чтобы вернуть его, ну пожалуйста, я честно больше его убивать никогда вернуть не буду. Вернуть его нельзя, вернуть можно только тебя к прежней жизни. Ну пожалуйста, я больше никогда не буду убивать никого, Стефанчика точно не буду. И Ибрагим, вот что стало с Ибрагимом. Да не хочу смотреть, не хочу на это смотреть. Эх. Выпусти меня, Эдисон. Пожалуйста, я... У тебя есть два варианта. Ну? Вернуться в реальный мир. Ну? Или остаться здесь? Вернуться? Ну хорошо. Проходи в реальный мир. Проходим. Сатана, я вам что-то не доверяю, сатана. Не доверяешь? Ну тогда своему другу доверяешь? Давай, проходи. Жека, если ты меня предашь, ты предатель. А при чём тут я? Вообще тебе сатана что-то сказал, и как ты на меня тут наезжаешь? Ну, запомни цитатку эту великого. Если ты предашь, ты предатель, Жека. Ну, хорошо. Так! Эдисон, я тебе говорил, как бы, все хорошо. Все хорошо? Жека, это ты, Жека, это ты, это не сатана, Жека, это ты? Это ты в своем доме, как бы, да. Ты вернулся в реальный мир, но... Открой дверь. Это побег, спускайте собаки, это побег! Так, дубль номер два, подходи. Хорошо. Попытка номер два, побегай, это побег. Ты чё делаешь? Ничего с тобой сделать надо, то ты никуда не убегал, я тебе понять не могу. Тут уже человек заколебался, стоит, ждёт тебя. Здрасте! Эдисон, ты погиб! Попытка номер три, это побег! Митрофан запутался!
Это побег, у меня так... Да выпусти меня с этого... Четвертая попытка, это побег, это побег! Это побег, спускайте собак, спускайте собак! Убери свою пипиську, убери! Митрофан не такой слабый, как Ибрагим, он тебя отсюда никогда не выпустит, Эдисон. Как бы ты сам захотел вернуться в реальный мир, мог остаться в аду и жить там хорошо. Как не выпускать, я сам сбегу отсюда, так что все нормально, Жека. Я побежу, это побег. Ладно, ладно, Эдисон. Ты знаешь, ты убил Ибрагима, Ибрагим больше не будет троллинга. Ну ты Стефана раз 10 уже убивал, так что все нормально. Ну, как бы, Эдисон, у тебя какие-то нереалистичные троллинги. Вот у меня Ибрагим умер, все. Да, хорошо, хорошо. Ну, все, осталась только душа Ибрагима. Хорошо, Жека. Так, пошли на мой троллинг, пошли, ты готов? Подожди, не заходи, не заходи, не заходи. Не захожу. Я расскажу маленькую предысторию, да? Жил-был в Майнкрафте Shadow Priesthood, да? В Майнкрафте, да, хорошо. Майнкрафте Shadow Priesthood. И все у него вроде было нормально, да? И канал, и девушка, и родители, и все, что он нуждался, да? Пока Shadow Priesthood не вспомнил то, что когда-то в детстве он там играл в Алоды онлайн. Вот такая MMORPG. Алоды онлайн. И не начал вливать туда всю свою зарплату. Не было такого. На шмотки, на пушки, на прокачку. Так, подожди. Я не вливал туда зарплату. Мне мама давала, я тут... Обеды в столовке в школе. Не тратился вообще, не тратился. Откладывал и вливал на донаты, да. Даже подарки на день рождения, вот это на Новый год, все вот эти суммы вливал. Поэтому, Жидос, добро пожаловать в мир Алодов онлайн. Кто там сейчас в Хорстовом вливал? А, сон, да? Жека, как ты знаешь, иди сюда. Жека, мир Алодов очень сложный, очень коварный, поэтому поставь тут спаунпоинт сразу на старт. Ну хорошо, я сейчас оценю тот мир Алодов. Мир Алодов, хорошо. Ну, на это MMORPG, мир MMORPG. Гапарипурчик. Гапарипурчик. Жека, это первые твои мобы в Алодах онлайн. Убей их. Ну ты знаешь, для того, чтобы прокачаться, убей их. Они небольшие уровни, Жека. Они же 69 уровня. Да я не слишком доски, ну ладно, я их убью. Не-не-не-не-не, Жека, остановись! Остановитесь! Мне кажется, они слишком сильные. Тебе в первую очередь нужно профу выбрать. Класс, давай. Тут есть маг, танк и пушкарь. Я хочу быть магом. Ну давай, будешь магом. Хорошо, зашибись. Давай. Буду фигачить этих посохом. Опа, ты прям мод. Он если что, не стреляет. Ну, потому что ты маг первого уровня, ты еще ни хрена не шаришь. А, я еще стреляю. Жека, мне кажется, у тебя очень хреновенькие шмоточки, да? Поэтому тут есть торгаш. Вот видишь торгаш, который продает, ну, лучшие шмотки для того, чтобы дальше качаться. Лопату? Ну, потому что ты ответственный за лопату, я подумал, ну... Поэтому, Жека, Что делать? Что делать в Алодах, что делать в MMORPG? Нужно проходить квесты, чтобы качаться и добывать баблону, да? Как ты видишь, тебе тут нужно 5 баблоны, да? Вот 5. А да ёханы бабай, да? Жека, не все так просто. Поэтому, Жека, тебе нужно взять квесты. Нужно найти 2 квеста в этой комнате. Ищи квесты. В этой комнате? Да, тут где-то есть 2 квеста. Ай-яй-яй, бьют! Жека, ищи квест, Жека. Да ищу я, может, ну как он там остался? Не. Ай, тут есть подсказочки, зоны выделены. Да, но меня бьют! Ой, еще и паук! Жека, ну зареспавился, ну как бы мировой. Ну что такое, помогите! Вот и сгори, моб, 59 уровня. Так. Жека, у каждого моба есть свой респаун, поэтому он сейчас зареспавнится. Жека, ищи сундуки с квестами. То есть они как бы сами спавнятся? Да. Сами по себе? Да. Ищи. Да? Ищи квест! Ты заколебали эти гапарпурчики, да я ищу, ничего найти не могу. Ну ищи невидимые, не все так просто, они спрятаны, но они выделены, они очень да хорошо. Чем они выделены? Да вот, кровь, твою мать, ну что такое, вот. Ну что, я ну! Тыкаю на эту кровь. Дебил! А, я понял, так. Так, сходите в магаз за продуктами, награда 2 золота. Ага, хорошо. Ну, а где, иди где, сюда. Где мой? Теперь, Жак, тебе нужно найти второй квест, ищи второй квест. Ай, гапарпурщики вернулись! Гапарпурщики вернулись! Ищи второй квест, он также выделен. Ага, все, квест один. Помочь маме с перестановкой. Иди сюда. Так, Жека, какой квест ты первый пикнешь? Ну, мне кажется, наверное, нужно маме помочь.
Ну давай, да, маме. Потому что квест... Что там, награда 3 золота, да? Да, да, да. Теперь же тебе нужно найти проход в следующую зону, в следующую локацию. Давай, Жек, ищи проход. Да что так все сложно-то? Я дам подсказку, он вот тут, в этой части, да. Где-то вот тут. Да, я тут. Хорошо, да. я сейчас найду, не переживай. Гапарпурщик, моб атакует! Гапарпурщик! Атакует, помогите! Моб атакует, Жека, давай, дай! Он должен вытолкать тебя. Нет, он не должен тебя вытолкать. Да ёкарный баба, мне эту лаву заколеб... Вот и горите, мрази, горите, умрите. Он зареспавится, у него вечный респавится, жмобы солодов онлайн. Жека, ищи скрытый проход ищи. Да я ищу, тыкаю. Да почему ты тыкаешь, ты просто проходи, дебил. А, да? Давай, быстро, следующую локу. Молодец, Жека. Опа, вы хреновые прогрузки в геодате. Нужно... А чё тут невидимая стена? Ай, чё делать? Жека. Че делать? Не знаю, что делать. Жека, что делать? Геодата не прогрузилась. Что делать? Не знаю. Да я, блин, задонатить хочу, просто поможешь. Задонатить опять всю зарплату ютубера. Я не хочу проходить квест. Давай, Жека, ищи проход. Может тебе как-то получится пройти вот где-то возле стены. Ты как-то хреново в Лоды онлайн играешь. Давай, Жека. Опа! Такого нет, там такого технологии еще не дошли. Давай, Жека, давай, дай. Нужно войти в дом. Там мама тебя, мама Дюня тебя ждет. Ищи в дом, найти скрытые проходы. Давай. Жека, ищи кнопку, и сундук, он где-то вот тут. Ага, понял, опа. Опа, как ты его нашел, алло? В смысле, как его нашел? А как ты узнал, что там есть сундук? Типа, видно через листву. Как? А, у тебя, ну я понял, да. Нужно было другим блоком. Да ёкарный ты хрен! Эдисон, я могу тебя телепортировать, пожалуйста? Да, конечно. Так, спавн поинт. Спасибо. Ты меня натроллил. Жека, мамадюня тебя ждет. Так, задание, объявляю задание. Перестановка, мама собрала уже все вещи. Вот вещи тут, тебе нужно все вещи перенести в другую комнату и сделать там перестановку по твоему вкусу. Забирай все вещи. Давай быстро, задание на время. У тебя минута, давай, Жека. Так, ага, будильник, лэптоп. Все, забирай. Перестановку, мамадюня ждет. Так, давай. Тут поставим будильник, по твоему... поставим диванчик. Да почему? Нормально, будильник нужно на тумбочку это поставить. Я люблю, когда будильник нет, стоит. Ну, Жека, ну ладно, давай по твоему вкусу, давай. У меня тумбочки нету, подожди, тумбочку. Все забери, быстро. Ага, кровать, где, не вижу, ага, вот. Квест на время, Жека, лоды ждут. Все. Давай, лоды ждут. Быстрее. Давай, нормально, давай. Аквариум, я думал, ты там аквариум поставишь. Ставь. Да, телевизор на полу будет. На полу, свет нужен. Свет, ага. Почему две лампочки в одном месте? Три лампочки так, в одном месте. Это новый интерьер. Так, здесь у нас будет стать кровать. Хорошо, здесь будут стать часы. Часы еще не ставят. Часы куда? Другое место. Давай, другое место, часы. Вот сюда поставлю, все нормально. Посередине комнаты. Жека, ну такой с тебя, конечно, дизайнер такой. Поэтому вместо 3 золота ты получаешь только 2. Такого нету, Володя, не надо. Ну ты просто хреново выпустил, прошел квест. Ай, выпустите тебя админа. Так. Так, Жека. Ай, да что ж такое, да что так сложно, почему ты подыхаешь? Жека, ты можешь купить какую-то броньку, но чтобы убить вот этих гапарпурчиков и пройти в следующую локу. А, кстати, я тебе, Жека, не сказал. Там, за вот этой дверью, ты уже, в принципе, до хрена вдонил, да? Да. Ты очень много вдонил, поэтому это уже... самый финальный босс Алодов. Там, вот, если ты его убьешь, ты пройдешь Алоды, и как первый в мире человек, ты прям будешь записан в книгу рекордов Гиннесса, понимаешь? А можно еще задонатить, пожалуйста? Еще задонатить? Ну, пока донат не работает. Время идет, уже задонатить. Алло, тебе нужно было в доме оставить, это не тут. Жека, следующая лока, какой квест, считай? Второй квест. Так, второй квест, хорошо. Так, подожди, нужно присесть. Давай, быстро. Ага. Ходить в магаз за продуктами, все, я понял. Продукт, ищи следующую локу ищи. Так. Она тоже где-то выделена, между какими-то блоками стоит. Гапарпурщик атакует, Ай-яй-яй! Так, Жека, она где-то тут, на подсказку. Так. Опа, молодец, следующую локу. Все, прохожу. Так, Жека, новое испытание Алодов. Угу. Ну я, в принципе, наверное, смогу перепрыгнуть или нет? Да. Не сможешь, Жека. Сложные Алоды не такие простенькие, как ты думаешь. Ты что? Ну давай, ты погоди. Так же, тебе нужно пройти эту
каньон кровавого копыта. Mm-hmm, он так называется, Лока так называется. Я понял, понял. Так, у меня, в принципе, есть идея, как это пройти. Не-не-не! Так это не работает! Не читерить! Не читерить! А админ сейчас бан даст! Поэтому... Ладно, ладно. Тогда аквариум можно? Нет, нет, вообще выкинем в это, в каньон, славы. Ладно, хорошо. Подсказки. Просто гениальная идея, ну хорошо, я ищу. Ищи ошибки, ищи подсказки. Да, нашел. Чё там? Ты пехайся. Давай, Жека. Используй магию, телепортацию. Молодец. Жека. Телепортировался. Давай. Магазин. Ой-ой-ой-ой-ой, ра-та-та-та, это они мелкие уровни, поэтому убивай. Так, ты помог продавщице. Так, продукты, которые надо отнести домой. Момент. Так, сейчас все собираем. Собирай. Так, потато пай. Так, вино. Собирай. Все собирай. Проходи квест. Так, все, я собираю. А все, прям что надо собрать? Давай. Квест. Ну, или ты хочешь задонатить больше, ну, может? Все, хочу. Ты хочешь задонатить больше хавчика домой? А что ты еще хочешь задонатить? Может, опыт, новые пушки? Да, не, ну смотри, я, конечно, могу тебе продать, ну, допустим, вот эту Экскалибур. Хочешь? О, да, хочу. Ну-ка, я, короче, тебе скину свой кошелек в обмане, ты мне там перекинешь. Не, за реально. Ну ладно, хорошо, ради лодов я готов на все. Вот зависимый, просто зависимый человек, донатит, вливает. Также тебе нужно перебраться на другую сторону опять, пройти обратно. Что-то такое-то сложное. Ага, понял. Давай, используй магию используй. Кия! Молодец. Так, иди сам, что-то не так. Помоги. Жека, ты где? Жека, ты где? Иди сам, как дела? Все по плану. Проблема, текстуры хреново прогрузились. Дешевые текстуры. Так, хорошо. Жека, покупай. Еще, подожди. Ты хорошо прошел задание, поэтому как написано в квесте, ты получаешь 2 голды. Ура, у меня полный сет будет сейчас. Почему? Ну там же нужно для полного сета 5 голды, а ты у тебя только. Да, нормально, у меня шляпа. Да не, Жека. Чтобы пройти дальше, тебе нужен полный сет. Что я буду? Ну ты хреново задание прошел, поэтому тебе только. Так я могу задонатить. Можешь задонатить? Да. Ну хорошо, как твой друг админ, поэтому друг тебе поможет, ты потом бабло перекинешь, хорошо? Ну хорошо, да, хорошо. Хорошо. Покупай. Давай, донать, давай, Жека, донать. Ура, так, все, шляпа. Все, теперь моды, да? Жека, тут финальный тебе нужно убить, моба, это главный. Вперед, ура! Давай, Жека. А что, тактику продумать? Да что давай, Жека. Он не бьется, давай. Эдисон, он не бьется. Да, они все бьются. Давай, убивай моба 69-го левела. Вот самый главный, тут босс. Он босс, Жека. Меня поддерживают. Давай, карточка, проходи к боссу. Ай-яй-яй. Так, все, Жека, иди сюда. Гигантёнок. Это гигантёнок, это босс. Финальный босс, если ты его убьешь, ты будешь чемпионом Алодов. Бей его, Жека, бей. Бей! Бью, не бьется. В смысле? Значит, нет, босс какой-то коварный. Ну подожди, Жека. Я как твой друг админ, да? Мне кажется, это финальный босс Алодов, поэтому мне кажется, не так просто его убить. Тут нужен какой-то секрет. А вот там сзади него что-то есть. Может это секрет? А вот тут сундучок и такой, ладно, хорошо. Может там что-то, ну... Надо его как-то убить через какой-то секретный способ, Жека. Я что-то не нажимается. Отставить нужно, да? Ну да, секретный способ какой-то. АПА! Так, ты зависимый! Будешь тут сидеть сейчас, неделю не выпустим. Мы с твоей мамандюлей и папандюлей договорились. Ты будешь тут сидеть, ты тут не будешь донатить больше ничего. Не будешь просирать родителей, деньги родителей. Поэтому сиди тут, задрот, вот настоящий задрот. Вот это ты, будешь тут сидеть. Сколько? Я с твоей мамой еще поговорю, но где-то недельку точно ничего донатить не будешь. Я тебе хавчик буду приносить и скидывать вот сюда, через вот крышу. Будешь тут сидеть, задрот? Вот, хорошо. Наворвал, поэтому хавчик у тебя есть. Все, мы тебя загнали, мы с твоей мамой отгорели, загнали тебя в ловушку, задрот! Зависим, но ты зависимый. Ну ты что? Ну вот это великая игра! Все, будешь ты тут сидеть. Ну это прости, пожалуйста, я не буду больше донатить, не буду, все, раскаиваюсь. Молю, ну в смысле раскаиваешься, ну ты задрот, ну ты зависимый Алодами, ты зависимый. Да, ну блин, да я немножечко, больше не буду, все.
Ну почему? Ну ты зависимый, Жека. За дротом надо сидеть в клетке. Поэтому, каким бы ты другом для меня не был, Жека, тебе нужно проучить. В воспитательных целях, Жека. Давай не надо вот это вот, Паша, проучить. Проучить, Жека, тебе надо проучить. Поэтому в целях воспитания. И чтобы ты больше не повторял свои ошибки, сиди в клетке, ты под домашним арестом. А я пошел заканчивать серию, а ты там сиди. А как же босс? Я хотел за чемпионом Аладом. Ну, в смысле? Так, я его убью, подожди. Да как я убью? Ты что там делаешь? Задрот зависимый. Я его сейчас убью. Смотрите, он задонил, он админом стал. Я его убью. Да что ты не умираешь, ты падла. Да ты иди заканчивай. Я стану пока героем Аладом. Мне нужны ваши серии. Да что он мне-то? Он не делается агрессив. Потому что ты задрот. Ты можешь. Ты донатишь, но ты неопытен. Ты нуб. Ты задрот. Я нуб. Понял. Эдит агрессив. Все, ну ты заканчивай. Я будем заканчивать, пускай Жека там задротит. Он не бьется, ты меня обманул, он не умирает. А, я говорил, это чтобы загнать тебя в ловушку. Короче, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайк, если хотите продолжение троллинга, если хотите больше серий. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Слышь, донатер. Донатер, вернись. Не забывайте. Донатер! Ты че там делаешь? Да, спасибо большое, я пошел донатить Володе. Я вообще-то админ, я могу летать, Джек. Я вылетел, вот смотри. Я вылетел, да. Нет, Эдис. Да, я могу. Слышь, донатер, я тебя сейчас забаню. До свидания, ребята, до свидания, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, до свидания. До свидания, да. Донатер! И задрон. Пока.